Превосходное дерево, кожные кадзены. Амбрации. Блин, нам Рита нормально предлагает. Мне, кстати, что, мне там 52 тысячи, что ли, Рита надо. Ну, давай. Попробуем для начала. Погнали. Блин, опять какая-то красная локация. Нифига там этих. Больно много. Готов. Где там засранец-то еще один завис? Гоняю-ка я. О, сюда зайду. Нет, тут что-то еще пока сыкотно туда идти. Быстро, однако ж. Да ну на фиг. Просрал 47 амриты. Чё мне, кстати, вообще здесь?
Которую мы, конечно, возьмем. Что у нас здесь? Здесь ничего нету. Ну ладно. Блин, что-то я как-то начал. Не особо. Самолет путешествий. Зашибись. Это как-то все сложнее и сложнее. Просрать 48 тысяч, конечно, это многовато. Тен-тен-тен-тен-тен-тен. Так, ладно.
Черт, хорошая ловушка. Надоели эти камни уже. И вот что тут делать, блин? Сейчас как-то с кем-то с Андрюхой проходил, было как-то попроще. Так, может их пробежать, но их нафиг. Что-то не туда. Так, мы в ту сторону. Я уже запутался тут, куда что бежать. Так, надо, наверное, тогда лучше не лизуна, а того, что рядом. Или лизуна лучше убить. Кого первым взять-то, блин? Почему сразу так не произошло?
Так, минус один. Так, а это еще что такое? Я таких еще не видел. Что у них интерес за атака? Ненавижу этих лизунов. Отлично. Какие у тебя атаки? Зашибись, теперь их двое. Клопа сраная. Точнее, шорткат открыть. Блин, ну как их двоих теперь валить там, а? Еще один летающий говнюк.
отлично. Он тоже стреляет еще вдобавок. Зашибись. Опа, 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 опа. Так, а где второй сидит, получается? Там же меня сейчас так замучит призывами этими дурацкими. Блин, может сначала того-то довольнуть. Нафиг. Блин, ну ладно, попробуем, что ли. Повезло. Блин, опять этот камень. Так,
как-то вниз мне совсем не нужно. Хотя... Где тот птиц установится? Хотя да, он же уже был там изначально. Придется идти с тем, что есть. Ну ничего, попробуем. Прыгаю, бью, потом призываю. Или сгонять сначала одного из них убить. Черт его знает. Попробую так уж. Так, ну если я заберу и побегу. Блин, какая слабость идея стоит этих гарпий. Все.
Тебе надо как-то одного выманить оттуда. Понятно. Можно сюда пока сгонять. Вот так осталась последняя точка. Супер, прошел. Конечно, я уверен. Отлично. Получил следующий титул — обеспеченный самурай. Не понял. Ну ладно, на лаву хватает. Так, что я там еще качаю? Духа. Мотор лучше разберем. Кузнец.
Так, ну тут вроде все. Здесь у меня там ничего не прибавилось. Так. Может быть, эту? Я понял. Че там? Хватает 35% шанса. Стоимость ковки. То, в принципе, пускай. Обычные, а они золотые получились. Еще что ли разочек? О, получше. Так, перековка. Теперь вам доступна закалка особой вы перековки с помимо братца. В отличие от обычной перековки, в ходе которой перераспределяется бонус при закалке бонусы списка. И чё, как делать? Измена материалов. Чё? Ну так, наверное, да, не? А как мне выбрать-то новое? Что-то я не понимаю прикола. А, камень-амина мне не хватает. Что за камень-амина? Так. У тебя есть камень-амина? Чтобы это ни было. Походу, дела нету.
Так, что-то я хотел тебе продать. Камень. Так, оружие. Урон навыков. Отлично. Усиление отрицательных эффектов. Хлещущий ветер. Огненный урон оружия 42,2. Нифига себе. Че, надо оружие на него накидывать. Да-да. Здесь ничего нету. Че у меня тут осталось? Основное задание, 55 уровень. Надо перекурить. Сейчас вернусь. Так, ладно, продолжим. Ну, чем получше пойдет работа. Заснеженная.
Иди сюда. Так, что еще за ледяная глыба? Понятно, бесполезно. Mm-hmm.